Меня зовут Амар. Я ломаю. И хотел сегодня порассуждать про то, как это делать автоматически. Это немного моих контактных данных, которые будут повторены в конце. Значит, я назвал доклад, я не помню, как называется по-русски, по-английски называется How to Scan, как сканировать. И под сканированием я подразумеваю сканирование уязвимостей в приложениях. Поскольку у нас AppSec Zone, то мы говорим именно о приложениях. При этом, в принципе, подразумеваются любые виды сканирования, то есть любой поиск уязвимостей автоматически. Кто пользуется автоматизированными сканерами для поиска уязвимостей? Пентестеры, коим являюсь я, баг-хантеры и люди, которые занимаются безопасностью собственных продуктов и хотят оценить их защищенность. Мы говорим, повторюсь, про приложения, и в контексте приложений есть несколько видов. Ну, они на самом деле довольно формально подразделены, но тем не менее выделяют три разных основных вида тестирования приложений на уязвимости. Это динамическое сканирование, Dynamic Application Security Testing, когда анализируется приложение, которое уже работает. Приложение анализируется в рантайме динамически. Статический анализ, когда анализируются исходные тексты. И интерактивный анализ, когда работа с приложением фактически ведется в таком полуавтоматическом режиме, и от приложения можно получить обратную связь, в зависимости от нее производить какие-то дальнейшие действия. На самом деле в большинстве случаев то, что называют интерактивным анализом, это по сути динамический анализ. В докладе я больше буду говорить про DAST и EAST, то есть динамический анализ –